Стас Костюшкин дважды вошел в одну и ту же реку. На фестивале «Новая волна» певец повторил свой прошлогодний подвиг. Напомним, что в том году во время выступления Стас нечаянно упал на Аллу Пугачеву. Примадонна отделалась парочкой синяков, но психологическая травма осталась на всю жизнь. Лучший способ избавиться от страха – это повторить все еще раз, подумал Костюшкин, и в этом году во время номера отправился прямиком к Примадонне. Правда, на этот раз никто из присутствующих не пострадал.